Йоу, привет всем моим подписчикам, с вами Олег Корнеев, и сегодня мы с вами поиграем в честь новогодней, точнее предновогодней суеты в новогоднюю игру Snow Crush, то есть это типа снежки, кидание снежками или катание снежков, или разбивание, короче, вот такая тема. Вот, это игра на Unity WebGL, то есть это, можно сказать, браузерная игра такая, то есть она не сильно мощная, поэтому она пойдет у всех, не надо ничего устанавливать, можно просто перейти на любой сайт с флеш-играми, и там обязательно будет раздел с Unity, но если он не отстал, конечно, этот сайт. Что здесь можно делать? Здесь у нас, значит, менюшка такая небольшая, можно смотреть рейтинг, то есть кто, когда завоевал первые места, больше всего очков набрал. Видим, ролла какая-то на первом месте. Я не знаю, что такое ролла, наверное. Это типа суши какое-то. Так, давайте посмотрим. Да, ролла. А, все понятно. Я играю на сайте id.net. То есть и здесь, видимо, у них по всем играм такой вот рейтинг идет. С Америки, United штат написано. Так, ну и хрен с ними, ну-ка, есть какой-нибудь русский? Ну-ка, так, ник точно не русский, так, ник. Вот, может быть, ник, ну ладно. Да ладно, хрен с ними. Так, настройки. У нас тут есть звук, я сделал потише, чтобы не было так слышно. Есть графика, у меня стоит на ультрах, но она реально тормозит. Если поставить среднее, то будет примерно так. Если плохое, то будет вот так. Но я думаю, поставлю я среднее для того, чтобы не тормозил, потому что это как бы FPS проседает все равно. В общем, смысл игры в чем? Кататься на шарике, собирать синие штучки, не врезаться в горы и прочие снеговики. Вот, да, снеговиков тоже нельзя. Можно подпрыгивать на горках, можно убегать от койотов. Ну, не знаю, такая, знаете, убивалка времени чисто. Вот, еще прикольно. А, нет, вот дерьмо меня медведь поймал. Ну-ка, и сколько очков? 1148. Давайте еще разок поиграем в нее. Попробуем прилететь на горке. Можно очень сильно разогнаться, как это сделал я сейчас. Конечно, без... как его? Я забыл название. Через бандикам. Вот. Если играть через бандикам, она немного притормаживает. Потому что все равно как бы движок. Движ нормальный. Вот. И поэтому он немного мой комп тормозит. У меня комп очень старый, поэтому как бы... Не обращайте внимания, еще я болею, поэтому я как-то так гнусаво немного говорю. Вот. Ну и не знаю, напишите нам в комментариях, какие ваши самые любимые флеш-игры с крутой графикой. Может быть, на движке Unity какие-то игры классные есть. Вот, я обязательно в нее поиграю. Как у вас там предновогодняя суета, значит, вот, что вы там делаете, поставили вам елку. Ну и вообще, как у вас проходит Новый год? Я думаю, все Новый год будут встречать у себя в городе. Ну, может быть, конечно, элитка куда-нибудь поедет, там, Сейшелы или на Бора-Бора, или Бали. Но нас, как бы, большинство тех, кто все-таки будет встречать, я думаю, дома. Все как у людей, да. Вот, ну, в общем, я уже достаточно далеко-таки уехал. Ой, магнит пропустил. Так бы все эти ледышки ко мне бы прилипали. Вот. Так. Ну и в общем я еще еду. Посмотрите, до какой скорости я разогнался. Это просто нереал. Да, и за место управления игрой у меня управление бандикамом пошло. В общем, это значит, что пора заканчивать. В общем, с вами был Олег Корнеев. Подписывайся, ставь лайк, обязательно оставляй комментарии. Всем пока! И с наступающим Новым годом и Рождеством!